Во встрече приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов, президент «Лукойла» Вагит Алекперов и министр нефти Республики Ирак Исхан Исмаил. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на мировом рынке нефти, обменялись мнениями относительно перспектив восстановления спроса на нефть после пандемии коронавируса, обсудили действующие и перспективные совместные проекты. Ирак координирует вопросы взаимодействия с Россией в рамках ОПЕК на протяжении 10 лет, и результаты этой координации были видны несколько месяцев назад. Приверженность Ирака квотам ОПЕК способствовала восстановлению рынка и возвращению цен к докризисному уровню. Мы надеемся и подтверждаем, что отношения будут долгосрочными и координация будет проходить на высшем уровне, чтобы сохранить стабильность на нефтяном рынке. Сотрудничество наших компаний с Ираком развивается успешно. И сегодня на переговорах мы обсуждали вопросы расширения взаимодействия, усиления его, снятия разногласий, которые сегодня имеются, в том числе вопросы участия и других компаний, кроме тех крупных компаний, которые сегодня участвуют в Ираке. В том числе шло обсуждение и вопросов повышения эффективности тех проектов, которые сегодня реализует компания «Лукойл». На территории Ирака «Лукойл» сегодня реализует ряд проектов. В 2014 году на юге страны началась промышленная добыча нефти на месторождение «Западное Курно-2», одном из крупнейших в мире, с запасами около 14 миллиардов баррелей. В 2016 году открыто месторождение «Ириду», самое крупное из обнаруженных в Ираке за последние 20 лет. Также «Лукойл» участвует в проекте по геологоразведке на блоке 10. Помимо этого, компании в республике открыт учебный центр для обучения местного персонала. В центре имеются оборудованные учебные классы, мастерские, компьютерные лаборатории для изучения английского языка и специальных дисциплин, библиотека, офис технической поддержки и другие административные помещения. Одновременно здесь могут обучаться до 350 человек. Сегодня мы готовимся к новому инвестиционному циклу. Сегодня, конечно, перед нами стоит задача выхода на 800 тысяч баррелей в день. Сегодня есть вопросы, которые требуют решения. Мы все-таки склонны к тому, чтобы приступить активно к инвестициям по утилизации газа. Компания получила благодарность со стороны министра за то, что мы не эвакуировали своих людей. Самый сложный период пандемии в Ираке. В рамках визита гости осмотрели крупнейшую в России мультимедийную экспозицию павильона «Нефть». С помощью передовых технологических решений показана история нефти, основные сферы ее применения, специфика работы отрасли.